Пробуем, что это за чудо новое средство. Супер растопка. Так, сейчас займется. Говорят, 20 минут работает. Мне кажется, она когда разожгет, уже можно вынимать ее. Зачем 50 раз тратить? Правильно? Пускай шлепат. Все, отлично. Клади еще сверху полежку вот это вот. О! Замечательно. Друзья, всем привет! Мы снова приехали на озеро Воже в поисках судака. Сейчас перекусим быстренько и пойдем уже ставить наши жерлицы. Все, расставили часть жерлиц. Примерно 15, нет, наверное, 18 штук. И сейчас поедем еще в сторону. Поставим тоже. У меня тут 14, что ли, осталось. Вот. Попробуем там половить. Да, папа решил поспать в палатке в теплой. Мы с Олегом прокатимся на вторую точку, поставим жерлицы. Была уже одна поклевка, но пока холостая. Ждем вечернего клева. Итак, друзья, все, настала вечерочка. Солнышко уже практически село. Чайник кипит. Сейчас попьем чайку и начинаем нашу вечернюю рыбалку. Уже вижу, там один флажок стоит. Олег уже скоро тоже проверит, перетряхнет все жерлицы. И будем делать наши обходы. Видишь, не разматываться. Обычно судак так сразу разматывает. Но он может под этой стоять. Давай два вон почти. Да нету, скорее всего. Пацаны, слушай, ну вряд ли. А слушай, может, мы шумели, так он сразу активно дернулся. Угу. Потому что мы только пошли оттуда, я вижу, он раз сработал. Нифига ты. А? Где, в каком месте поймал? Вот снаг, берег, у берега, у самого. Угу. Там мелко. Пустые даже были поклевки? Да, много. Вот в самом конце. У нас так там вот сейчас вот одну только сдернуло и все. Тут вообще ничего, вот сейчас, да? Там дальше поставят, который даже с травой, это вообще с травой вытащил. Да, я понял. Еще ну, два размотала. Завтра на уху будет чего. Это больше килограмма? Ну такое, да, кило с чем-то. О, о, не, разматывается. Вот так. Трубы, что там? Так сразу подсекает, если есть натяжка. Да ничего, какой натяжки нету. Только что мотал. Что, пусто что ли? О! Белка чек. Ну, ладно, завтра на жареху. Как раз 40 сантиметров, значит, такого можно брать. Ладно. Вот за это место его, если брать, он не кусается тогда. Хотя вот так заглотил, как его по-любому брать-то можно. Он же не жизнеспособный. Это никого не волнует. Да? Абсолютно. Брать нельзя? Нет. Выбрасывать? Отпускать. Дебилы. Правильно придумали. Конченые пусты дебилы. Пару слов о технике безопасности пользование налобным, да и в принципе любым фонарем. Я сегодня, когда ехали сюда, что-то все щиплет, да, в кармане, что-то щиплет в кармане. Короче, фонарик налобный вот этот лежал в кармане и прожег мне сначала дырку, вот, сейчас крупным планом покажу, на кармане, потом на брюках, и в итоге, короче, у меня теперь брюки дырявые и куртка дырявая. Так что соблюдайте правила техники безопасности с фонарями. Смотри, дырку вот эту. Прям вот. Вот такую дырку. Здесь прожег. И вон на брюках тоже насквозь туда. Термобелье вроде бы не прожег, но карман он с другой стороны прожег. Обычный фонарик он так вот ехал. Он у меня сначала сюда, туда, туда. Вот так. Этот фонарик, чтоб ты знал, можно разжигать костер.
можно. Написано в описании. Указано в священном писании. Снимай, вот, вот что она снимает-то. А ты фонарик, фонарик. Ради этого можно и дырку прожечь на штанах. Да-да-да. Никого? Нет. Ергаться живет, чувствую даже. А-а-а. Что, нормально живет? Да. Говорю тебе, окунь. Это они еще по вечеру все подбивали нам, зараза, пока мы ставили. Вот, есть, есть. Да? Есть. Что тут лёгкий-то мало? Это Юрика, не моя. Видишь, краем, блядь, прошла. Что краем? Стая? Да ничего, какая стая? Один судак это стая, по-твоему? Один судак это стая. Рыбалка. Ты-то в перчатках, я-то нет. Извращенец. Я не извращенец. Живодёр. Брат не живой дерет, а ты на живого дерешь его. Я, может, его отпустить хотел. Да? Сковородку. Сережечка. Да. 40 на живот. Че, 40-то? 33. А? 33. 33. У нас всего их 33. 33-2. Ну, да. Там одна сломана, 34-я. Может и большой, слушай. Что-то все сильнее да сильнее сопротивляется. Руку готовить. Думаешь, опять сейчас? Опять сейчас сорвется. Вон, видишь, на сантиметр больше. Да, чего? Давай свой этот живодерский ритуал. Не живодерский ритуал. Да, Олег. Где тебя учили? Я помню тебя. Батя учил твой. Чего, судаков? Протыкать голову. Кому? Ой. Хребет-то ломать щукам? Да. Так это щуки. Я не вижу нифига. Так натяни. Так я натягиваю, я хочу за рыбину попробовать вытащить. У тебя же двойник. Рыбину за хвост раз и вытащить. Не, за голову зацепил. Ага, рыбу вот, вытащил. Так тяни. Тройник остался. Или там двойник? Не знаю. Дай ты мне в зубы-то. Лентяи, говорю, не ходят, лентяи ездят. Все-таки, видимо, промерзло раз три подряд пустых поклевки. Вряд ли окунь сейчас начал клевать.
Да, он ногой пинает, значит, промерзла. Ногой пинает? Угу. Вчерашний вечерний клев не удался. Очень-очень редкие флажки поднимались и ничего. Ну, половили. Вот солнышко сейчас как раз встает. Ох, кстати, еще и луну видно. Вот, половили. Вот наш весь улов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть получается судачков. Сейчас вот папа проверял. Раз, два, три. И там четыре пустых сработки. Гелек вот пошел проверять. Два флага ближайших стоит. Пока на этом все. Холодно. Наверное, градусов минус 10. Вот. Не попали на клев. Оборвал? Оборвал. А я смотрел за тобой, что-то не видел, чтобы там было. Хороший. Это на первую? Не, на третью. А, на третью? Я-то две все увидел, что сработал. Здесь вот, Олег, 4 тоже горит. Решил пойти посмотреть, что там у Олега поклевало. Проверим. Что, не размотало даже? Смотрим, что у нас здесь. Трава. Все в траве запуталось. Скорее всего, никого нет. А может, кто-то есть. Нет, кто-то есть. Нет, непонятно пока. Вроде есть тут. Налим, скорее всего, травы много. Нет, смотри, судачок. Опа. Ну ладно, хоть не зря. Это столько прошел и только на этой схватил. Как пусти меня. А, сюда, царапал, да. Что-то мы не попали на клев. Обычно вечером хороший клев, ночью поклюет. Тут вечером все пустые поклевки, ночью ничего не поклевало. И с утра вот один Олег одного поймал судачка, и вот этот, и все. И это с 30-то жерлиц. Как так вот. Олег, травы много. Трава. Я вообще думал, никого нет. Даже вот там вот притаскивал. Тут вообще трава, видимо. Ага. Так как все равно будут вопросы про наш вездеход новый, скажу пару слов. Это вездеход версия 4.1. Почему 4? Потому что это уже четвертый наш вездеход. Третий тоже на ходу, и мы на нем катаемся. Просто это 4. А почему 4.1? Потому что у него 4.0 версия была без этого верхнего тента, который сейчас сделали. И были обычные обдирыши колеса. Поставили трикол. Даже пришлось швеллер немножко загибать, потому что триколовские иначе не влезали колеса. Так, по начинке сейчас пару слов скажу. Начинка у него двигатель Лифан 27. Это у нас просто освещение от аккумулятора к палатке идет. Вот. В принципе, колеса вот новенькие, первый раз едем, еще вон все эти ежики целые. Но такой темп, так вот у лодки он снимается и полностью у нас отпускается. Проехал на нем где-то порядка, наверное, уже 30 километров, пока все в порядке. Тяжесть. Такая
тяжесть за руками начинает очень сильно. Вот, вот потому и непонятное. Да, тут круган. Как у тебя эта точка-то? Круг, самый крупный судак? Нет, мы до самого крупного не доехали. Ты не доехали? Это мы в прошлый год здесь ловили. Ну, сразу видно, что до самого крупного еще не доехали. Полный разметочный. Полная обструкция. Ты мне всю морду лица забрызгал. А, так пешню. Смотри. Никто не взял пешню-то. Пешню. Пешню, тошню. О, кто-то есть. Опа! Леша, кто-то есть. Кто-то есть. Я говорю, когда есть, да руками начинает махать. Кто-то есть. Кто-то есть. У папы кто-то есть. О, шукан. А нет, сюда. Судак. 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 Папа окуня. Папа окуня. Папа окуня поймал. Сбылась мечта идиота. Товарищи, к чему так стремился плоритариат много лет? Сбилось. Заглотил далеко. Ну такой килограмма на полтора-два. Там далеко, Леша. Надо какую-то контузию сделать. Положи его. Зевник-то тоже не помешал бы, да? Кто бы взял его? Так у меня колесочка. Давно забыл колесочка. Сударь. Сударь. Килограмма два будет? Если на хвост наступить. Ух ты, какой там огромный-то. Ух, капец. Опять берешь, ходи. Капец. Окунь какой-нибудь. Капец. Небольшой. Капец. О-о-о-о-о. Щука, наверное. Ой, как упирается. Леша, этот, давай, Кан. Папа окуня. Ну-ка, фотографируй, братан. Отчата. Только на камеру протереть, просто камеру. Чем-нибудь. Бобром. Бобром. Папа, хуйня. Ладно, наплевать, внимание. Тык, так, так, так. Это уже килошный, да? Может, килограмм 100. Фу. Убивать не стоит. Все, друзья, закончилась наша рыбалка. Ничего хорошего не получилось. По крайней мере, не то, что ожидали
крупняк, ну, самых крупных, сложили в бочку. Вон там совсем немного, 5 или 6 штучек, наверное. До 2-300, да, самый крупный? Да, 2-300 самый крупный. Ну и мелочь, вон, мешок там окуни налим, да, несколько мелких судачков. Вот, в принципе, и все. Все хорошо! Прекрасная маркиза!